Всем привет! Я опять возвращаюсь к вам с диетами. На этот раз я буду садиться на диету Дженни. Для тех, кто не знает, кто такая Дженни, Дженни — это идол, звезда корейской индустрии. Она состоит в группе Blackpink. Эта диета Дженни использует обычно перед камбэками, перед какими-то важными мероприятиями, выступлениями. На самом деле, на этот раз диета будет немножко расплывчата, там нет четкого меню, что вот это надо есть. На завтрак она ест салат с авокадо, она его обожает. И также пьет детокс-сок. Также она говорит, что у нее есть какой-то читмил, какое-то что-то одно вредное блюдо в день, но не слишком жирное и не слишком соленое. Также она говорит, что она на ужин ест что-то супер не соленое максимально, чтобы не отекать. Ну ладно, давайте начнем с завтрака. Сейчас буду готовить салат, который на завтрак, авокадо, 2 яйца, помидоры черри, салат айсберг, руккола, такая вот смесь. Получилось немного не очень симпатично. Надо было большую емкость взять. Что-то слишком много салата получилось. И также очень важно, она пьет детокс. Сок, яблоко, огурец, сельдерей, имбирь, лимон. Мне кажется, это будет очень вкусно. Очень освежающе. Мне кажется, летом такое будет очень прикольно пить со льдом. Мне кажется, это очень вкусный, такой сытный завтрак, но немножко для меня странно есть сырые овощи с утра. Мне кажется, для ЖКТ это не так полезно. Но детокс-соку с утра ставлю лайк. Также решила попить зеленый чай, обожаю его. И также к зеленому чаю я решила поесть вот такой вот протеиновый батончик. Я слышала, что Дженни любит такие вот шоколадные или просто протеиновые батончики. Она их ест перед выступлениями или еще перед чем-то, какими-то мероприятиями. Довольно-таки вкусный батончик протеиновый, меру сладкий. Обожаю фисташковый вкус. Так, сейчас буду готовить обед. Буду готовить куриный супчик и с рисом. Вот. Ничего такого калорийного, ну и не диетическое особо-то. Вот такой вот сегодня бульон будет. Куриная ножка, морковь, лук. Вот такой вот у меня поздний обед. Куриная ножка, рис вареный и также просто бульон куриный. У меня сегодня второй день уже, завтрак, детокс-сок мой вчерашний и также кофе. На самом деле салат оказался намного более сытным, чем я думала. Сегодня также зеленый чай и вот такой вот протеиновый батончик. Надеюсь, он тоже вкусный. Фисташка мне вчера понравился. У меня скоро будет обед. Я сейчас буду готовить. Тут уже варится рис. Вот такой вот у меня обед второго дня. Тунец с рисом и также нори. Вот такой вот сегодня у меня ужин, опять батат, без соли, вообще без ничего, просто вареный. Сегодня третий день, мой завтрак, кофе, детокс-сок, салат, ничего не изменилось. Скажите, что яйца выглядят очень аппетитно.
Такой вот образ у меня сегодня. Джинсы, черная футболка, рубашка. Я люблю, когда очень все простенько. Такой вот обычный тоже макияж. Золотые серьги, кольца. Люблю их, постоянно их ношу. Кстати, по поводу этих вот джинс, мне кажется, они немножко сели из-за того, что я постирала их в той температуре, в которой не стоилось стирать. Но, в принципе, выглядят они все равно неплохо на мне. Вот. И также тут был не обработан... Ой, длина была длинная. Вот, я ее обрезала под себя, потому что я размер ношу большой, а ноги короткие, но у меня рост небольшой, я ростом 162, поэтому пришлось обрезать. Ну, в принципе, выглядит неплохо, даже так. Кстати, я не упомянула, не рассказала, куда я иду и зачем. Я иду в медицентр за медкнижкой. Мне она прислали сообщение, что она готова. Вот, надеюсь, что все в норме, все хорошо, у меня будет медкнижка. Я давно не ходила по магазинам, решила зайти в Резерв, посмотреть, что у них есть сейчас в ассортименте. Понравилась вот такая вот голубая рубашка, решила примерить. Также увидела такое прекрасное платье, ярко-зеленое, сразу захотелось куда-то в отпуск, на пляжик. Очень понравились манго, такие карго-брюки, но цена была завышена, и я не стала их брать. Далее, конечно, я пошла кушать. Зашла в свою любимую Корена Лайт и взяла себе бибимбап с говядиной и также домашний лимонад. Так, сегодня день взвешивания, я уже встала на весы, даже не знаю, какие у меня впечатления, потому что на самом деле за 3 дня 1 килограмм, я считаю, это очень хороший результат, учитывая, что у меня не было интенсивного спорта, и мне кажется, я на этой диете скинула больше визуально, в объемах, нежели чем на килограммах. Жаль, что я не сделала замеры. Но в следующий раз я сделаю замеры. А, кстати, я не показала, что я вчера купила. Я купила вот такой вот бирюзовый кардиганчик. И он такой мягкий, приятный к телу. Купила его в Резервет. Мне очень нравится этот бренд, что у них можно найти классные вещи нормального качества за дешево на распродажах. Этот кардиган я купила за 500 рублей. И мне кажется, он не выглядит на 500. Он вообще... очень классный. Ладно, отошла я от темы про диету. На самом деле, очень сложно назвать это диетой. Для меня это скорее как правильное питание сбалансированное, потому что нет четкого меню, есть читмил, можешь корректировать, делать все, что ты любишь под себя, просто не ешь слишком жирное, слишком соленое, слишком какое-то перченое, острое, и все. Мне кажется, эта диета идеально подойдет для тех, кто много отекает, допустим, какие-то есть проблемы с этим. Да и в принципе она всем подойдет, она несложная, даже я бы сказала легкая. Это видео получилось каким-то больше влоговским, на мой взгляд, чем нежели только про диету. Я не знаю, понравится ли вам такое, что я тут замешала, перемешала все на свете. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо вам огромное, что вы подписываетесь на меня, ставите лайки, комментируйте. Для меня это реально важно. Я это читаю и получаю нереальную энергию, фидбэк от этого, нереальные эмоции. Очень приятно, очень мило. Спасибо вам большое. Так что надеюсь, вам понравилось это видео, хоть было немножко интересно. Всем пока!